5 лет назад студентами юридического факультета Казанского университета был создан центр, освещающий события и интересные моменты из жизни юрфака. Им стал медиацентр под названием «Люстра». Уже год «Люстра» является официальным представителем юрфака в медийном пространстве. Наш медиацентр отвечает за все образование мультимедийного пространства на факультете. То есть мы освещаем мероприятия факультетского уровня, университетского уровня. Иногда также наши студенты аккредитируются в качестве СМИ на мероприятия там, всероссийского и иного уровня. Помимо этого мы проводим также фоторепортажи, у нас есть собственные видеопроекты, пишем статьи, новостные заметки, делаем анонсы для экранов, которые затем транслируют информацию для студентов-преподавателей в главном здании КФУ. Название «Люстра» выбрано из-за того, что медиацентр ярко освещает события. В его команде трудится 35 человек. По словам руководителя центра, это не только студенты самого юрфака, но также и студенты других институтов Казанского университета. Помимо освещения событий факультета, «Люстра» помогает абитуриентам при поступлении в ВУЗ. Формируем в целом, скажем, такой бренд нашего факультета, его имидж, то есть оформляем в едином стиле те же аккаунты в социальных сетях, то есть мы отвечаем за все официальные аккаунты юридического факультета в социальных сетях. И те же абитуриенты, то есть потенциальные студенты, они же уже видят, чем занимается наш факультет, что он стильный, модный, молодежный, так сказать. И я думаю, это имеет большое значение и играет большую роль, чтобы в развитии самого факультета. Свою деятельность ребята ведут в социальных сетях, ВКонтакте и Инстаграм. Вступить в команду может любой желающий. Достаточно пройти собеседование и иметь огромное желание быть в центре событий жизни юрфака. И все желающие, у кого есть желание творить, фотографировать, писать и просто участвовать в жизни нашего факультета, они без проблем могут попасть в наш медиацентр. Лев Диденко, Виолетта Басова, Универ Ньюс.